Начинаем. Старая пластинка хит-парад групп, исполнителей зарубежной эстрады. В ретро-студии группа Erotic. We begin the old record hit parade of bands, performers of foreign pop. In the retro studio, the group Erotic. Erotic, первоначально состоящая из Лейн Ли и американца Расматаза, Ричард Майкл Смит, группа начала свою деятельность в 1994 году и записывалась на протяжении оставшейся части 90-х годов. Однако к июню 1996 года оба члена группы ушли из-за разногласий между Ли и продюсером Дэвидом Брандисом. Их заменили бывшая фотомодель, высокая, красивая блондинка из Швейцарии, Жанет Кристенсен и темнокожий американец, Теренс Диарби. В этом составе они записывают синглы Fritz Loves My Titus, Help MDR, Dick, The Power of Sex, и сразу же после него в июне 1996 года второй альбом группы, с таким же названием The Power of Sex. За это время группа дала несколько концертов в Германии и Польше. Лайон Ли продолжала обеспечивать вокальную работу для нескольких альбомов до 1999 года из-за контракта, но тем временем она и Расматаз создали свою собственную группу, известную как Sex Appeal. В октябре того же года Дарби сменил Че Жуанер. Жанет Кристенсен ушла в 2001 году, а новым вокалистом стала Ясемин Байсал, ранее из группы Das Model. Тем не менее, и Джоанер, и Байсал ушли в 2002 году, а новым вокалистом и рэпером станет Лидия Мадавьевски и Роберт Спехар. Теперь остается только строить загадки, когда наконец выйдет следующий альбом. Вот что по этому поводу говорит сам Дэвид Брандис: никакого волнения. Я никогда не говорил об окончании проекта с Erotic. Фактом является то, что я на данный момент занят с проектами Vanilla Ninja и Grochal. Мы возродим Erotic, когда это будет возможно.